Неожиданная новость пришла из-за рубежа. Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес рассталась с бойфрендом-танцором Каспером Смартом. По словам журнала People, расставание не было драматичным. Бывшие влюбленные остаются друзьями и сохраняют хорошие отношения. Напомним, Дженнифер и Каспер были вместе с 2011 года. Похоже, Сандра Баллок вскоре вновь выйдет замуж. По словам инсайдеров, актриса и ее бойфренд Брайан Рэндалл собираются пожениться в самое ближайшее время. Западные издания ранее сообщали, что Брайан уже сделал своей возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. На этот раз обошлось без сюрпризов. Первое место, как и в прошлом году, заняла звезда фильма «Голодные игры» Джой Дженнифер Лоуренс. Ее годовой заработок составил 46 миллионов долларов. Второе место досталось Мелисси Маккартни, а третье – Скарлетт Йоханссон. Бритни Спирс в свои 34 года успела так много, что о ее жизни снимут полноценный фильм. В картине, премьера которой назначена на 2017 год, будут освещены главные вехи в жизни звезды, в том числе ее путь к славе, взаимоотношения с Джастином Тимберлейком и скандальный брак с Кевином Федерлайном. Что сама певица думает о грядущих съемках, пока неизвестно. Джессика Альба, которую по праву считают бьюти-иконой, рассказала, о каких экспериментах со своей внешностью она жалеет. Оказалось, что актриса считает ошибкой татуировки, украшающие ее тело. Одну из них, ожерелье из роз, Альба уже свела. Также из бьюти-экспериментов, которые звезда не стала бы повторять, регулярные походы в солярий и чрезмерное увлечение декоративной косметикой. С вами была я, Асоль, и вы смотрели программу Breaking News. Еще больше новостей на сайте телеканала WFC.TV.